едет. Ой-ой-ой-ой, давай это. О, арбузы. Дыни. Так. 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 Так, шашлык. Пойдем, Зай. Пойдем, мы хорошие. Так. А ты мороженое не хочешь? А какой тебе в стаканчике взять? Какой? Эту. Эту? Розовую. Розовую? Да. Ну давай, сейчас возьмем. Розовую. На. Детский. Пойдем. Ой, хочется рыбы соленой. А нельзя. Так. О, красоты-то сколько. Ух ты. Ох, какой красоты-то. Ой, чего только нету. Угу. Да? Так, сейчас я хлебушка. Как вы думаете, сбежал от меня в магазине? Потерялся? Так вот. Не слух, еще тот растет. И сам испугался. Мне девочки написал, что пусть, ну, выучит хоть куплет песни про резинового ежика. Нет, там слова очень сложные для него и очень быстро. Но он вот, он сам захотел спеть вам песню, какую он знает. Ну, спой, давай. Тра-та-та, тра-та-та, мы видим с собой кота, пытается собаку, коску с обезьянку, обезьяну попугая. Вот компания какая, вот компания какая. Вот так вот. Мы едем, 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 дороги какая. Хорошие соседи, веселые друзья. Тра-та-та, тра-та-та. Мы везем с собой кота, птицы на собаку, куску забиянку, обезьяну попугай. Вот компания какая, вот компания какая. Молодец! Ура! Вот руки заняты похлопать тебе. Вот так. Девочки, это вам посвящается. Что, мои хорошие, доделала я аленький цветочек свой. Вот и посадила помидоры. Два помидора в него. Вот. Саша у меня там. Вот. Тут. Тут золотом по зеленому, тут тоже по краешкам золотом. В общем, короче говоря. Так. Неделя уходит. Вот на такое кашпо. Каждый день что-то делаешь, и вот неделя за неделю делается. Ой! Ой! Ой-ой-ой! Первый закат за неделю пасмурную. Все равно облака. Но солнышко пробилось. Красотища. Мальчишки мои сейчас вернулись с гулянки. Олежку укусила собака за ногу. Ну, укусила так, прикусила, но поцарапала. Зубом-то поцарапала. Крови немножко. Не знаю,
конечно, они собаки тут все, в общем, у нас при хозяевах. Не знаю, что делать, блин. Вести в больницу, уколы колоть. Что, мой дорогой? Смотри, смотри, какое солнышко, Саша. Вот девчонки прям не знают, что делать. Все-таки. Вон, смотри, какое солнышко. Смотри, какое. Ну, значит, завтра хороший день будет. Надеюсь. Оранжевый, да? Угу. Так светится облака. Ага. А что у тебя во рту? Ну-ка, покажи мне. Конфета. Конфета? А кто тебе дал? Олег. Ах, он Олег. Вкусно? Конечно, вкусно. Я понимаю, что вкусно. Куда-то уехал. Да по делам поехали. В общем, не знаю, что делать. Наверное, девчонки, посоветуйте. Че, идти к врачу с ним? Или, может, понедельника подождать, Костя с Таней приедут? Че тут, 2 дня? Не знаю прям. Я ехал на автобус с Людмилой Викторовной. Да, с какой Людмилой Викторовной на автобусе? Людмила Викторовна с Кубы прилетела, в Мурманске сейчас. Это когда было, ты ехал на автобусе? Все-таки ребенок чужой, ответственность такая, прям вот летал. Расстроилась. На Москву. На Москву ты летал, ты и в Крым летал, да. Он говорит... Вот просто вот без остановки. На планете. Да. Без остановки. Говорит и говорит и говорит и говорит и говорит. Вот так вот. Вот так вот, да. Болтуха маленькая. И все вопросы, вопросы, вопросы. Ой, у бабушки к вечеру просто... У Гриши научился, да? У Гриши научился. Ага, задницей крутить. Вот он, видали? Вот так. И музыки ему не надо. Дун-дун, дун-дун, рун-дун, пам-пра. А тут это... Чего? Это, что? Колокольчик. Да, это ко мне звонят. Когда кто-то хочет ко мне попасть, звонят. Звонял, ага, звонял. Звонил. Вот так, колокольчик, звонит, динь-динь-динь. Динь-динь-динь, да. Нет, это не даст поговорить. Это просто вот. Пришел, а я на Гриша. Угу. А что это? Это? Что? А что это? Что? Что это? Это известно. Где, якорь? А тут написано. Волна написана. А рядом что-то красное написано. Тринет написано. Вот это вот целый день вот так. Один облака. Ой. Ой, девчонки, просто вот время 8:30. Я уже с ног валюсь. Просто валюсь с ног. Мы вчера с ним в 9 вечера упали оба. Чего? Дом ударился. Ну все, все обжегся, все воспоминания пошли. Так, ой, мои хорошие, ладно, давайте прощаться. Это маленькая трындычиха. Сашка, ты трындычиха. Ладно, мои дорогие, давайте. Не грустите, все будет хорошо. Вообще, все будет так, как должно быть. Да, да. А какие аварийные буковки? Ой, я уже не могу.
да. Вон они носятся, когда. Да. Какая-то улитка. Так, ты можешь помолчать минутку, пожалуйста, Саш? Что? Я с девочками попрощаюсь. Ну-ка, скажи до свидания, девочки. До свидания, девочки. Скажи, будьте здоровы. Будьте здоровы. Вот. Вот. Вот так вот. Он вам все пожелал. Сейчас я приду. Иди. Домой. Господи. Распухает просто голова, как чугунная к вечеру. Даже не соображаю ничего. Не смотрю. Вот, да, обычно я чего-нибудь делаю, там украшения. Ну, в основном, да, украшения что-нибудь. Вот. А у самой сериал какой-нибудь идет. Вот я слушаю, там сопереживаю. Сейчас ничего. Я даже «Медиатор» сериал не досмотрела. Я не досмотрела вот этот рассказ «Служанки». А потому что уже, ну, просто к вечеру нет сил. Никаких. И никакую информацию воспринимать уже не могу. Это вот он поужинал. Я думала, сейчас поужинает. И маленько успокоится. Нет, у него наоборот, вот это нападает к вечеру. Активность такая. И он вот это... Ой-ой-ой. Не могу. Ой. Вот раньше как-то я или моложе была, или я привыкла, что внуки все время были со мной. Как-то вот... Да, наверное, и то, и другое. А сейчас отпыкаешь. Ну что, вот я в апреле там была, да? Уже как-то одна отвыкла, привыкла к тишине. И вот это вот целый день. Мам, ты моя, господи, да что ж такое? Идет, идет. Привет. Привет. Я в банк сходил. В банк? Я усну в доме, когда я с Грицей, когда я... Ну и чего? Не знаю. Не знаю. Куда она, не знаю. Куда на работе был, я врел сеть. И ходил с папой на работе. В риэлт ты ходил? Да. На работу. Сеть. Риэлт сеть, да. Вот так. Вот так ходил? Это папа твой так ходит, когда по телефону разговаривает. По кабинету. На работе. Вот так. Ага, ясно. И папа. Прокватил. Ага. И застрял. Да? От вентилятора там этот белый вот так, надо, вот так крутилось. И рук себе не оторви. Ой, мои хорошие, это же вот надо. Так, ладно, все, солнышко село, смотри. Видишь, солнышко село. Значит, что все, сейчас? Все, пока! Вот так вот. Все, пока! Пока, все, мои дорогие. Ой, до завтра. Пока-пока, мои хорошие. Все, я уже все. Ой, до свидания. Always a moon when the tide is